Добрый день, уважаемые любители рыбалки. Сегодня я хотел бы вам рассказать о том, как я делаю пробку. Значит, для этого нам нужна пробка и нужна пружинка. У пружинки стержень я вырезал, вставляется в пробку. Перед этим здесь два отверстия пробивается. Берется палочка для ушей. Засовываем. Запаиваем один конец. Обрезаем другой. И тоже его запаиваем. Вот у нас получилась пробочка. Теперь в середине пробиваем отверстие. Продеваем сюда леску. Далее готовим вертлюжок. Поводком. Крючок. Крючок привязан как можно ближе к вертлюжку. Так, дальше к вот этой леске, которая у нас вышла через нашу пробочку, привязан вертлюжок. Так, вот что у нас получилось. Пружинка, наша сама пробка, сверху крючок. Теперь обрезаю лишнее и цепляю грузик. Грузик я взял из-под макушатника. Получается, он служит тем грузом, который обычно цепляют на пробку. Внизу просверливают отверстие, дальше ставят груз. А тут очень просто. Просто скользящий груз из-под макушатника. Вот он наполз на нашу пробку. Все, в принципе, снасть готова. Ну, можно еще подцепить сюда еще один крючок. Что мы сейчас и сделаем.
Берет бусинку. Начинаем эту бусинку прокручивать леской. Бусинка не совсем крупная, поэтому прокручиваем, пока входит леска. Пока можно ее протащить. Особенно вот эта нижняя полка, она нам очень нужна, так как на нее самая большая нагрузка идет при вываживании рыбы. В принципе, уже невозможно засунуть леску. Еще один раз нравится. Все, она в принципе хорошо стоит. Сверху ставлю еще одну бусинку. Верхнюю бусинку крепим также. Ну, оборотов можно здесь сделать меньше, так как наверх небольшая нагрузка идет. Где-то расстояние между бусинками, чтобы можно было туда потом поводок ставить. Все, делаем петлю для соединения с основной леской. Вырезаем лишнее. Такая у нас получается конструкция. Теперь берем поводок. Я просто привязал уже заранее. Время сэкономить. Берется силиконовый противозакручиватель. Протаскиваем иголочку через противозакручиватель. Берем наш поводок. Иголочкой закрываем защелку, ну и натягиваем противозакручиватель. Так, вот так вот. Теперь берем нашу снасть. Берем снасть и цепляем поводок. Цепили поводок, натягиваем термоусадку,
И вот такая у нас получается конструкция. Вот грузик. Сверху грузика получается пробка. Чтобы не вываливался прикормка на пробке, пружина. И здесь же крючок. Это получается на течение пробка. А если на стоячку, то берется грузик поменьше. Вот и все, что я вам хотел рассказать. Все, будьте здоровы.